Всем привет! Рад приветствовать вас на канале. И сегодня мы начнем с вами сборку Porsche 356 C Cabriolet. Из истории можете почитать в интернете довольно-таки интересный модельный ряд данного автомобиля, потому что данное авто, оно являлось чуть ли не первым модельным рядом великой марки Porsche. То есть можно сказать, что с этого автомобиля все и началось, именно организация бренда самого как такового. В обзоре я уже говорил по поводу несовершенства многих поверхностей, да, то есть видно здесь вот при падении света, что здесь есть угол. И сейчас мы будем все это исправлять. Также здесь есть небольшие вмятины от питателей, которые были снизу подведены для крепления нижней части корпуса. Точно таким же образом мы исправляем вот эту впадину на крыле, как и здесь мы убрали этот острый угол. После того, как мы зачистили все это крупными наждачками, мы берем губку 2000 грит и выравниваем все это, чтобы у нас не было каких-то резких царапин и прочего. И отправляем наш корпус в грунт. После всех манипуляций с наждачной бумагой обезжирим корпус и уберем мелкую пыль с помощью изопропилового спирта. Подобным образом наш кузов выглядит после грунта. Как видим, наши острые углы ушли, все впадины зашлифованы. И точно таким же образом мы подготовили две двери и капот. Но их грунтовать пока мы не будем, потому что с ними у нас еще будут определенные манипуляции. Так что теперь мы переходим к нашей инструкции и начинаем выполнять сборку. Начнем выкрашивать части нашего двигателя, и после этого будем наносить декали, которые будут у нас украшать наши мелкие элементы двигателя, так как впоследствии добраться до них будет уже невозможно. Начнем наносить декали с нашей технической информацией на элементы двигателя. После сборки всего узла двигателя и привода мы устанавливаем собранные элементы в нижнюю часть корпуса. Теперь у нас пойдет работа с ходовой частью.
После сбора ходовой части мы переходим с вами в салон. В салоне первым делом нужно выкрасить само основание в бежевый цвет, который я намешал с помощью Revel 382 и 5. То есть два цвета, из которых я получил кремовый. Приступим. Пока высыхает наш салон, мы с вами соберем сиденья и выкрасим их. На сиденьях присутствует небольшой облой, его придется нам сейчас зачистить. А сами сиденья представляют из себя набор вот таких вот элементов. Для окраски кожаных элементов сидений и дверей будем использовать Валеха, красная кожа, 818. После выкрашивания всех кожаных элементов мы берем нашу часть салона и начинаем работать с внутренности. Получается, здесь нам нужно выкрасить черный цвет, здесь тоже в черный, установить рычаг коробки передач и ручку переключения. После установки сидений будем использовать смывочку от Tamiya, в которой прольем все элементы и поработаем с высветлением на кожаных деталях, ну, таких как двери, сиденья и задняя перегородка. После того, как мы сделали смывку на сиденьях и на всех элементах, мы начинаем высветлять нашу модель. Для этого будем использовать краску немецкий оранжевый. И в первую очередь мы пройдем по всем кнопкам. И, возможно, сделаем дайбраш на выступающих частях. Сухой методом сухой кисти проходим по граням, немного высветляем места, где сиденья могли подтираться чуть больше. И это создает неоднородность цвета и живую картинку, которой порой не хватает многим моделям автомобилей, которые изготовлены, как будто они вышли только что с салона. Я хочу сделать живой автомобиль, который используется. После сборки салона, установки сидений и всех кожаных элементов мы начинаем сборку нашей панели приборов и внутренних элементов багажника. Для окрашивания панели приборов буду использовать Валеха, черный глянец. Выкрашиваем все элементы, которые должны быть здесь. После этого будем устанавливать наши хромированные элементы, элементы остекления и клеить декали.
После того, как все наши элементы собраны воедино, мы устанавливаем их непосредственно на место. После сбора салона мы переходим к окраске кузова. Нанесем базовый слой. Я для этого буду использовать Tamiya XF23, легкий голубой. После высыхания нашего базового слоя мы начнем наносить на модель наш глянцевый лак GX100 от Mr. Color. Наносить будем в два слоя, сейчас нанесем первый. После первого слоя лака нанесем наши немногочисленные декали на наш автомобиль и номер на передний бампер. Данные элементы идут практически готовые из коробки, поэтому заострять внимание на них не стоит. После нанесения всех декалей нас ждет нанесение второго слоя лака на наш кузов. После второго слоя лака мы начнем полировку. После высыхания второго слоя лака обработал поверхность наждачной губкой 2000 грит и сейчас начинаю полировку с помощью подобных составов. После полировки модели мы установили внутрь наш салон, одели кожух и сейчас будем лепить все мелкие хромированные элементы и установим колеса, то есть установим нижнюю часть корпуса. После того, как мы закончили наш автомобиль, мы начинаем работать над диорамой. Будет примерно такой сюжет. Что будет здесь, я пока раскрывать всех карт не буду. А сейчас мы начнем работать с основанием. Сделаем проселочную дорогу. То есть здесь будет у нас идти колея, не будет никаких асфальтов. А потом начнем работать именно с землей и с озеленением данной работы.
Первым делом стоит разметить нашу колею. То есть одну линию я провел, я поделил нашу работу по диагонали практически пополам. Теперь нам нужно сделать разметки для нашей колеи. Теперь уберем наш автомобиль в сторонку. Нам он не пригодится в ближайшее время. Так же, как и наши фигуры. После того, как мы продавили наши две колеи, мы начинаем все это обрабатывать составом от фирмы АК Интерактив из серии Диорамы. Артикул АК-8021. Впоследствии мы то, что нанесем, выкрасим в землистый оттенок. Когда мы нанесли наш состав, мы берем подобную присыпку от фирмы Morrison и присыпаем часть, где будет стоять у нас девушка. Выглядит она подобным образом, очень приятный цвет. И то, что у нас задержится на основании, то задержится. Что не задержится, мы дополнительно после этого обработаем клеем ПВА. Пока высыхает наше основание, мы с вами займемся подготовкой сантехнического льна. Более подробное видео можно будет посмотреть в подсказках. А здесь мы просто рассмотрим наиболее важные этапы, такие как, допустим, нам понадобится гуашь и сантехнический лен и какая-нибудь посудина. А в итоге у нас выйдет подобный сантехнический лен, уже выкрашенный и готовый к выставке на основание. Так что переходите и смотрите видео по подсказке. После того, как мы выкрасили наш лен, мы начинаем его нарезать и высаживать на основании. Впоследствии сюда будет добавлен автомобиль, небольшие лужи, плюс это все подтонируем маслом, и в итоге должна получиться финальная картинка после росписи фигур. Как и всегда, для вклеивания травы в основании я использую акриловый гель. Акриловый клей от фирмы Morrison. Мне он нравится временем схватывания и своей прозрачностью. Просто кунаем пучок и выставляем в основание. Потом все это будет еще прорежаться, лишнее будет выдергиваться. Пока высыхает наше основание, мы займемся росписью основных действующих лиц на нашей диораме. Это такая вот девушка, делающая селфи, и ее пес, который будет находиться в автомобиле. Использовать я буду, как обычно, кисти от Рублев и акриловую краску от Валеха. Для создания базового оттенка телесного я буду смешивать три вот этих цвета. Это Валеха 940, 928 и 946.
После нанесения базового слоя на нашу кожу мы начинаем высветлять все это с помощью оттенка 845 Sunny Skin Tone. Ну вот, когда мы закончили с нашим лицом и руками, мы переходим к росписи непосредственно одежды и самого смартфона. Одежду буду делать яркого красного цвета, для этого буду использовать кармин 908 от Vallejo. После этого высветлять, скорее всего, белым или менее интенсивным красным. После того, как наша фигура закончена, и девушки, и пса, мы начинаем устанавливать их на основание. Девушка у нас будет находиться в этом месте. Пес либо рядом, либо в автомобиле. И начнем сейчас работать с эффектом влажности, так как дорога у нас немного будет влажновата. Для этого берем VET-эффект от фирмы MIG. Можно также использовать от AK Interactive. Я раньше работал им. И придаем влажность нашей дороге. После этого немного загрязним колеса у нашего автомобиля. После того, как мы закончили с нашим основанием, пришло время поработать немного с колесами и юбкой авто. Так как дорога была влажная, нам нужно сделать совсем небольшое загрязнение по резине и по бамперам с юбкой. Возможно, немного испачкать дверь. Для этого будем использовать пигмент «Русская земля». VET-эффект и White Spirit. Смешаем все это в одно целое и будем наносить на наш автомобиль.
после того, как мы убрали все излишки нашей грязи, мы можем установить модель на основании. После всех манипуляций с автомобилем устанавливаем его на основании. И пока на данном этапе работа выглядит у нас следующим образом. Плюс в салоне еще будет сидеть пассажир.